С 1 января 2005 года вступает в силу федеральный закон номер 122, предусматривающий новую систему государственной поддержки льготных категорий граждан. В Солнечногорском районе зарегистрировано 18 тысяч льготников. Что их ожидает в следующем году? Этот вопрос стал главным на повестке совещания. С докладом по теме выступила председатель комитета по социальным вопросам. По новому закону льготников разделят на две категории – федеральные, находящиеся в компетенции Российской Федерации, и региональные. За них отвечают регионы. К региональным льготникам относятся ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, а также реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Для ветеранов труда и ветеранов военной службы в натуральном виде останутся льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и абонентной платы за телефон, а также бесплатное зубопротезирование. Остальную часть льгот они будут получать в виде денежной компенсации. Труженикам тыла по-прежнему будут предоставляться в натуральном виде льготы на оплату лекарств и бесплатное оказание протезно-ортопедической помощи. Ежемесячная денежная компенсация составит 250 рублей. Для реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий, остаются в натуральном виде льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатная установка телефона, бесплатная протезно-ортопедическая помощь, льготы на оплату лекарств и бесплатный проезд транспортом дальнего следования. Для этой категории граждан денежная выплата составит 300 рублей. В областной регистр льготники наши включаются в том случае, если они имеют основания для включения в федеральный регистр. В федеральном регистре льготников находятся все остальные категории граждан. Федеральные льготники по-прежнему будут получать льготы по оплате жилья и коммунальных услуг и бесплатную протезно-ортопедическую помощь. Кроме того, для них предусмотрен набор социальных услуг, так называемый соцпакет. В 2006 году льготники сами смогут выбрать, получать им соцпакет или его денежный эквивалент. На сегодня это 450 рублей. Для федеральных льготников также установлены ежемесячные денежные выплаты. Для различных категорий они разные. Способ получения компенсации будут определять сами льготники. Деньги могут быть перечислены на лицевой счет в филиале любого банка, работающего в Солнечногорском районе, или доставлены на дом через почту. Свое решение льготник должен отразить в заявлении установленного образца. Для получения компенсации необходимо предоставить и другие документы – паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение о праве на льготы, сберегательную книжку в случае получения выплат через банк и пенсионно-страховое свидетельство. Дополнительные разъяснения по вопросам выплаты компенсации можно получить по телефону горячей линии 64 49 91.